Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджана Самайуктам Бинда Банаману Ванчакалпатаруваша Кипасинда Бевача Патитананг Павуне Бхавишна Бибью Наму Нама Муканкаруты Вачаланг Пангунланг Хетигирим Яткипатаманг Банди Парамананда Мадавам Бриндави Тулсиде Байпиявай Кешвасача Снабхакти Паде Деви Саттоватвай Наму Нама Нараяна Намаскитта Наранча Ива Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудир Шанкиртане Кришна Катхопадеш Гаурия Патрашо Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Йокта Бхакти Прамадакша Джагодваруна Дхейям сада парибхавагнам авиштадохам Тетхаспадам сивавиранчанутам сараньям Бхитатихам панатапалабхабаддипотам Банде махапурусате чарнарвиндам Ятпадапаллаванакачандамани чатая Биспуриджитакамапикапавадушвадарш Пурна нурагра сусагра сарамурти сарадхикамай када кипам калуш. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Сиаддвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхакта Винда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. Аджануламбита бхужау канака бодато санкитанай капитару камала ятакшо вишамбару диджавару джугадхарма палау банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диппарупам Муктин ча муктин ча дадасиниттам Бхавану рупена сада наранам Ганга таранга раманья жата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Баранаси Пурапати Бхаджавишанатам Вагиша Джасша Бадане Лакшмир Джасша Чавакшаси Джасьясте Хиде Сангвит Твам Нишинга Махамбхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Харе Ги Ниргуно
сакшат пурушо пракрити паре. Хари ниргуно сакшат пурушо пракрити паре. Твам сарвадик шаша сарвадик уподрашта танг бхажано ниргуно бхавит. Харирихи ниргуно сакшат пурушо пракрити паре. Са сарвадрик уподрашта танг бхажано ниргуно бхавит. Гаурия Госвами, Си Сила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что с анардхами невозможно совершать харибаджан. Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что с анардхами это практически невозможно совершать харибаджан. Анардхи значит это то, что находится в области майи, в области влияния трех гун материальной природы. И до тех пор, пока мы находимся под влиянием этих трех гун материальной природы майи, до тех пор совершать баджан апракрита хари, который находится за пределами материальных представлений, это практически невозможно. Я не говорю, что обусловленные души не могут приходить в мадхи, я никогда не говорил такого. Они могут прийти, но перед тем, как прийти, присоединиться к мадху, мы должны спросить ту причину, по которой они пришли. Если не спрашивать, то если мы позволим таким людям приходить, присоединяться к нашему мадху, то может у них какие-то совершенно посторонние желания, посторонние причины, и проблемы в дальнейшем возникнут. И вот суть в том, что те, кто обусловленные души, если они так или иначе через харикатху они чувствуют какое-то вдохновение, которое очень благоприятно для харибаджана. Они чувствуют, что все временно в этом мире и хотят найти какое-то решение, но все же тамагуна и раджагуна есть в них, и по милости гуру вайшнавов, если они по-настоящему правильно примут прибежище, то по милости у гуру и вайшнавов вскоре они избавиться от влияния майи и смогут понять, по крайней мере, попытаться осознать свою сварупу, и тогда никаких проблем в этом случае не будет. Но если мы от имени Вишвайшнава Раджа Сабхи, я сейчас отвечаю на различные вопросы относительно вашего баджана, относительно Варнашама Дхармы, Махапрасада, о трансцендентных качествах Гуру и Вайшнавов, о лилах Кришны, так много всего. И вот я хочу ответить на все эти вопросы по милости Гуру и Вайшнавов. И вот от имени Вишвайшнава Раджа Сабхи, в начале всего, поскольку это программа Вишвайшнава Раджа Сабхи, я расскажу о ней также. Сегодня я должен ответить на вопросы, которые вы мне задали. И что хотел сказать Шрила Прабхупад, то, что с анардхами это практически невозможно совершать харибаджан, но приходят люди с анардхами, и я не говорю, что люди без анарх должны приходить, они приходят с анардхами, но приходят, чтобы получить помощь от гуру вайшнавов. Если они искренни, то вскоре они могут обрести божественную помощь и смогут развиваться дальше и дальше. Это не значит, что мы можем позволить каким-то обусловленным раджатама этим людям приходить, и они будут спорить друг с другом. И мы не можем позволить им находиться на... Махарашна говорит наоборот, то есть если кто-то наоборот ничего не делает и не предпринимает никаких попыток, чтобы эти преданные под его руководством избавились от майи,
и выбрались из-под влияния гун материальной природы. И вот если кто-то специально держит людей во тьме, это большое оскорбление. Если они во тьме, и кто-то действует ачарья, не имея на то никаких качеств, то он может специально не говорить ничего толкового людям, чтобы они не поняли, кто есть кто. Шрила Прабхупад говорил много раз, что ачарья не может быть выбран, он самопроявляется, он самопроявленный объект. Автоматически ачарья может явить свои качества. А через выборы невозможно выбрать ачарью. Шрила Прабхупад говорил об этом. Это невозможно выбрать ачарью с помощью выборов. Ачарья, он самопроявляется. И вот суть в том, что если те обусловленные души приходят, и если мы позволим им находиться на таком обусловленном уровне, то это оскорбительно с нашей стороны. Много людей спрашивают, и что же делать? И вот Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, я узнал, что они могут прийти, и они должны получить должное посвящение от совершенного ачарьи. Пытайтесь понять, я с нейтральной точки зрения говорю об этом, у меня нет никакого пристрастия. И вот в начале всего они могут прийти и присоединиться к Мадху, если они вообще пришли для совершения баджана, а если какой-то посторонняя цель у них, то это проблема. И вот в начале всего они могут прийти, они могут предаться. Снова и снова я просил многих ачарий, даже в моем матхе, о Махарадж, в начале всего пытайтесь сделать так, чтобы дисциплина была в вашем храме. Я, сидя на Вьясасане, говорю, я сказал им, пытайтесь сделать так, чтобы дисциплина была, чтобы все люди следовали сначала дисциплине, поскольку без дисциплины ничто не может быть толкового. Кто-то думает, что без всякой дисциплины может начать Рагануга Баджан, то это просто глупо. И вот я просил их, чтобы была пунктуальность, искренность и дисциплина в обществе. И тогда на основе этого можно развиваться. Иначе, если такого не будет, то и в будущем ничего хорошего не получится. А кто-то говорит, что это слишком строго, и Мадх не может существовать с такой строгостью. А я сказал, что если я строг до сегодняшнего дня, и если я хочу поддерживать какие-то качества, то и через 5 и 10 лет эти качества останутся. А если сначала никакого порядка нету, то и через 5-10 лет одна анархия получится, и в Мадхе будут жить одни анархисты, и ничего хорошего не будет от этого. И вот вначале дисциплина должна быть, искренность, пунктуальность, и после этого они могут слушать Харикатху непрерывно от совершенного ачарьи или от гуру вайшнавов, которые сами утвердились в татва-сиданте. Если у меня нет татва-гьяны, и если я действую как ачарья, то тогда я один мусор, ерунда всякая будет происходить. Если у меня нет татва-гьяны, дивья-гьяны, то, говоря искренне, если кто-то вот, и вот если кто-то не по-настоящему не получил подлинное посвящение, например, от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, то, а вот Махарадж про себя говорит, что если я не получил подлинное то есть, если кто-то не получил подлинное посвящение от подлинного садгуру, то как он может достичь уровня самосознавшей себя души? Хотя невозможно.
наши Гурварганы, все говорят единую Сиддханту, и Баладевиде Бушан, и все остальные, Гаудивиданта Ачарья, они говорят одну единую Сиддханту. И вот вначале всего, если у нас есть осознание, если я получил какую-то милость от моего Гурупад Падме, божественное знание, то если я действую как Ачарья, то тогда со смирением я буду пытаться действовать как Ачарья. Великий Ачарья, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он говорил, что он не Ачарья, я не ваш гуру. Шрила Прабхупад, он ваш гуру и Ачарья, я не могу подавать вам посвящение. Я сам не получил его. Смотрите, какое смирение у них. И все же мы учимся у них, а стремимся прыгнуть куда-то, чтобы получить пост Ачарьи, например. Или, к сожалению, такое плачевное состояние сейчас. И вот сейчас вопрос, если у меня нет осознания, и если я действую как Ачарья, то что я могу сделать? Только всякая ерунда будет происходить. И день за днем мы можем и вот так мы можем не уважать правила предписания Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Тхакура и всего остального. Я был вынужден вчера сказать, мне очень неудобно, что если я саду и хочу стать саду, и если все саду, гуру и вайшнавы, если они станут испорченными, и вот, если все саду, гуру и вайшнавы, если они станут, испорченными коррупционерами, то куда идти, что делать? Все общество зависит от саду, гуру и вайшнавов. Перед саду, если мы придем к саду, мы почувствуем, я не говорю никакой сухой философии, если мы придем к чистому преданному, наше сердце буквально растает, и мы начнем плакать. И такова ситуация. И вот внутри сердец Гуру Вайшнавов какая-то особая магнетическая сила. Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит, даже если саду не говорят, например, приняли обет молчания, то и в этом случае, если они даже не говорят, то если вы рядом с ними находитесь, хотя бы даже несколько минут, это все равно очень благоприятно, поскольку теджас, некая сила, она исходит из их тела. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит таким образом. И вот если саду гуру вайшнавы испорчены, то тогда куда же идти? Как найти решение наших проблем? Вчера я был вынужден сказать, что можно видеть, что какие-то президенты или премьер-министры, они управляют страной, но из Рамаяны, Бхагаватам можно найти бесчисленные примеры, через которые можно понять, что самосознавшие себя души саду гуру вайшнава не могут дать совет или подать какую-то идею, как достойно управлять страной. Как Друва Махарадж, Парикшит Махарадж, они все зависели от гуру вайшнавов, даже Рамачандра Кришна, они показывали пример, что мы должны зависеть от саду гуру вайшнавов, от Риши и Муни, они самосознавшие себя души, и они могут вести вас должным образом. И вы соответственно, можете управлять достойно своей страной. Даже один материальный философ, вот Махарадж в книге Четанака Джагар, он цитировал его, очень был счастлив в виде его суждения, и вот он говорил, что любой политик, неважно какой пост он занимает, у них должно быть хорошее мировоззрение, они должны быть даршаниками.
буквально философами. Хотя его цитата не полная, но она очень прекрасна. Любые люди, которые занимаются политикой, пытаются управлять страной, вначале они должны быть прекрасными философами. Конечно, если у них есть Бхагавад-даршан, то никаких вопросов, никаких проблем не возникают. Они могут, если у них будет такое видение, то они могут предвидеть все возникающие проблемы в будущем. И вот если саду гуру вайшнавы, они испортятся, то что же делать, на кого надеяться? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, they should be very pure, their character, their conception, all their moods should be very, very pure. Otherwise, whole society going to be collapsed. Иначе все общество, но... Very careful. Now sadhu, actually sadhu is the leader of whole world. Оно разрушится, саду, они лидеры всего мира. Whole world they can rule. Саду, как Притху, такие саду, как саду Амбариш Махарадж, Притху Махарадж, Друва Махарадж, они могут повелевать всем миром достойно, поскольку у них есть шакти. Бхакти – это шакти, у них есть такая сила преданности, и поэтому все дживатмы, они внимают их словам. Ну, конечно, не все, есть какие-то негодяи, они их не слушают, но большинство, абсолютное большинство, они слушают таких саду. И настоящие саду, гуру вайшнавы, они помогают нам пересечь этот материальные миры и достичь трансцендентного мира. Они могут увеличить наше сознание, если мы, например, получили неправильное посвящение или неправильно получили посвящение. Какие-то проблемы у нас вот с этим посвящением, то какое-то ложное, получили какое-то такое неправильное посвящение на показ, так называемую дикшу, то вот ничего хорошего в этом нет. И вот один капитан одного большого корабля, и вот его корабль, он хотел пересечь Тихий или Атлантический океан, и был большой циклон. И он не смог управлять своим кораблем. И практически утонул, и капитан, чтобы спасти себя, он на шлюпке уплыл со своего корабля, и в Бангладеше также, вот в Падма реке, там какой-то... В общем, на какой-то лодке переплывали что-то, реку Падму какую-то, и там эти лодочники пытались как-то спасти лодку, но вот большой шторм был, они уже им надоело, и поняли, что бесполезно что-либо делать, и они прыгнули в воду, чтобы спастись. Но после этого не смогли они спастись, все равно. И люди в этой лодке тоже померли. И на собрании перед Ямараджем,
судьбу решали их. И вот Бхактивинода Тхакура однажды позвали на Сабху Индры, чтобы попросить помощи, чтобы для решения какого-то противоречивого вопроса. И вот Ямарадж судил этих моряков. И Ямарадж спросил, почему вы убили... They say what to do. There was big problem. We couldn't. So you will have to take all sinful activities. Result of the sinful activities. Вот они. Но Ямарадж очень спросил, почему вы этих людей убили, которых перевозили. Они сказали, мы-то при чем тут? Шторм сильный был, мы пытались спасти их, но поняли, что без толку все, поэтому выпрыгнули с лодки. А Ямарадж сказал, что ну теперь вам за это грехи еще всех этих людей полагаются. А вот если бы вы до последнего момента пытались спасти людей на корабле, то это было бы очень хорошо. А если вы так раньше времени сами спаслись, несмотря на пассажиров вашего корабля, вам еще ответственность за жизни этих пассажиров. И вот еще случай был. Как наказали какого-то капитана, который... который убежал с тонущего корабля, но корабль не потонул, как-то его спасли, но впоследствии правительство осудило, осудило этого капитана и запретило ему заниматься своей профессиональной деятельностью из-за того, что он так себя подло повел в момент того, когда корабль тонул. И вот такие случаются вещи. И если обычные люди верят Саду Гуру и Вайшнавам, и если Саду Гуру и Вайшнавы, они дурачат этих людей, то тогда они должны еще ответственность за всех этих людей взять. И вот если такие саду ачарьи не говорят о шроутапанхе, а говорят какую-то свои эти, ну какую-то от себя тяну, то в этом случае он должен еще взять ответственность за тех людей, которые следовали ему и его советам, и поэтому будьте осторожны перед тем, как занимать пост ачарьи. То есть какие-то глупые люди, которые стремятся занять пост ачарьи, но это очень ответственная и тяжелая должность. И саду гуру Вайшнава, они вот ответственны за всех своих последователей еще, и поэтому они должны вести общество достойным образом. Такова система. И вот сейчас я вернусь к вчерашней теме. И вот сейчас сначала я повторил эту шлоку о том, что Хари, Парат, Паракхилешвар или любой представитель Вишну Татвы, они все находятся на трансцендентном уровне. Хари – это не тот объект, который можно найти в каком-то из 14 миров. Нет, Хари – он за пределами нашего воображения и Hari hi nirguna shakshat prakriti pareha, beyond any material conception. И вот Хари, он пребывает в сердце каждого в форме параматмы Кширадакаша Анирудхи Вишну. И вот он смотрит на всех как параматма. И если у нас есть склонность к обману, у обусловленных душ четыре вида естественных недостатков. Брама, Прамат, Випралипса и Карнана, Потап. Эти недостатки, они есть, если они обусловлены душой.
действуют как ачарьи, то они, несомненно, обманывают как других, так и себя, и в итоге попадают в ад. И поэтому в шастрах говорится: что такие люди вместе со всеми своими учениками и последователями, они попадают в ад навсегда. И Хари, Парапаракхилешвар, Параматма пребывает в моем сердце и смотрит на наши потребности и может понять все, каковы наши идеи, наши желания. И согласно этому мы получаем божественную помощь, несомненно, хотя внешне какие-то проблемы могут случиться, но смотрите, те, кто совершают настоящий баджан, нельзя привести ни единого случая. И те, кто хотят совершать настоящий баджан без всяких проблем, а то есть, если кто-то баджан совершает, всегда какие-то проблемы возникают. Вот Радхарани, например, или любые другие случаи, всегда какие-то демоны находятся, которые хотят остановить, убить саду. Поскольку саду, если будет говорить таким образом, те люди теряют свою долю на рынке проповеди. Но сейчас, к сожалению, среди проповедников можно видеть такую... ну, не проповедь, а какая-то агитация происходит. И если кто-то из другого саду случайно попадает на... поле проповеди другого проповедника, тут возмущается, что почему это на его территорию зашли, как посмели, хотя это глупо. Настоящий саду хотят спасти обычных людей, но в этой моей жизни всегда случается, что когда я говорю о Шри Прабхупаде, находятся какие-то люди, которые хотят остановить мою речь, как-то препятствует это с самого начала. Началось, когда я начал говорить о Шри Прабхупаде и Бхактивинода Такуре, и о том, что они говорили, начинают возмущаться, как привидение, перед которым сказать имя Рамы, если то они возмущаются очень сильно. Ну хорошо, если они будут так протестовать, то их протест — это мое благословение. Но я не могу прекратить говорить о том, что сказал Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур. И вот такие люди часто не могут потерпеть и думают, что я их враг, и такова ситуация. Джаганнатдас Бабаджи Махарадж говорит, что те саду, гуру и вайшнавы, они хотят избавить нас от обусловленности с помощью своей трансцендентной харикатхи. А если кто-то думает о них как о врагах, то что может быть больше неудачи? Это их неудача. Они не могут понять, что мы пришли, чтобы совершать баджан, и те саду, гуру вайшнавы, они хотят помочь нам войти на путь баджана, а если мы под именем баджана хотим получить что-то иное, какое-то уважение от кого-то, почтение или еще что-то, то это не настоящий баджан. Если вы пытаетесь совершать настоящий баджан, то тогда обычные люди не будут с вами кооперироваться, а будут всегда против, но все же мы должны, придерживаться истины. И вот Апракрита Хари Баджан, столько вопросов возникает у вас. И вначале я должен сказать, вчера я говорил о силе даршана, мировоззрения. Тата-тата-пашати-басту-сукшам,
Чокшуша аньяна сампраджукта. Чокшуша его аньяна сампраджукта. Like in our childhood, mother used to как в нашем детстве мать намазала нам глаза к этим каджалам, чтобы зрение лучше было. И вот гуру Вайшнава, вот в этой пранамантре говорятся такие слова, что гуру Вайшнава, они хотят помочь нам развить сознание. А развить сознание, что значит? Развить сознание, значит, чем больше мы развиваем наше сознание, тем больше мы развиваем даршан шакти, силу видения, да, даршана. Материальный даршан — это не настоящий даршан, материальный даршан. Это такой скверный даршан. Если какой-либо ачарья, я говорю о себе также, я не ачарья. И те, кто не утвердились в Адвайтатве, то, несомненно, они могут пойти на рынок, проповедовать, засматриваться на женщин, и в итоге Майя Деви, она пнет их и выгонит, сбросит с пути Баджана, и Шри Чайтанья Махапрабху не сможет простить их. Но он может простить нас, поскольку мы находимся в грехастха ашраме. Джагадата Ананда Пандит говорит, если хотите поддерживать прекрасные отношения, дружбу с Гаурангой, вы должны помнить случай маленького Харидаса, который был очень сильно наказан Махапрабху. И Махапрабху не может потерпеть этого. Махапрабху не может потерпеть такого, что если кто-то принимает саньяс или отреченный уклад жизни, и если вот они не утвердились в Адвайтатве, то будут засматриваться на женщин или какие-то материальные вещи, завидовать людям и таким образом получать только материальный даршан. Сила Бхактинода Такура говорит, что если вообще, почему вы входите в этот отреченный уклад жизни? Сила Бхактинода Такура говорит, те, кто входит в отреченный уклад жизни, почему они делают это? И если есть у них влечение к материальным вещам, к женщинам, например, то они не должны были принимать никакой саньяс, брамачари, а если приняли этот отреченный уклад жизни, то и вести себя достойно должны. Кто-то говорит, что он очень милостивый, но таким людям я могу сказать, чтобы они показали милость практически, чтобы помогли кому-то обрести сознание. А если вы не можете сделать это, то какие доказательства вашей милости? Много людей спрашивали, Махарадж, почему так много людей приходят в мат и уходят? Какова причина, почему они не находятся, совершают какое-то оскорбление или беспокойными, становятся и уходят прочь? Я сказал, одна причина, и Вамана Госвами Махарадж также говорил об этом. Есть два вида веры, шрадхи. Есть, конечно, градации, но главных две – это шастая шрадха, а другая – лаукики шрадья. Например, живем мы с нашей бабушкой, и с детства увидели, что занимаются какой-то этой религиозной деятельностью, мы так увидели и тоже пытаемся подражать. И это такая легкая вера. И шастрия шрадха значит, услышав харикатху, суждение шастры, вы можете прийти к такому заключению, что жизнь очень нестабильна. И я должен совершать харибаджан. Это мое последнее решение
и ситуация может развернуться любым, любой стороной, но я все равно, несмотря ни на что, должен продолжать совершать харибаджан. Шрила Прабхупад говорил, что ни под какими обстоятельствами мы не должны оставлять харибаджан. И вот, любая ситуация в нашей жизни, и, например, мы как проверка, ну, Махараш с экзаменами, например, проводит, что большинство людей не могут пройти эту проверку, поскольку большинство людей имеют какую-то легкую, несерьезную веру, но Шастрия Шрадха значит, если мы слушаем Харикатху, после слушания мы уверены, что мы раньше делали все неправильно, а сейчас должны совершать харибаджан в соответствии с шастрами, и вот мы можем получить дикшу от какого-то садгуру, и мы должны продолжать слушать харикатху и развивать наше сознание, и тогда нет никаких проблем. Конечно, если кто-то какое-то оскорбление совершил, то в этом проблема, но обычно проблем нет у тех, у кого есть такая шастрия, шатха, твердая вера. Но у кого вера легкая, то они могут так отклоняться очень часто. Как можно видеть, люди какие-то приезжают. Едят куриц, потом приезжают в какую-то даму, берут малу, надевают, ставят тилаки, ходят, просад раздают. И вот одно общество в Мумбаи, не хочу называть его, какие-то люди. И вот, в общем, пригласили какое-то это собрание какое-то, ну, без какой-либо, ну, в общем, посмотри, что там происходит. И вот южноиндийский преданный был там, он был настоятелем той организации, спросили, откуда приехали, потом узнали, что ученик Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, и очень был рад и дал мне 20 купонов на просад, чтобы в любое время суток можно было есть. Я не мог ему как-то отказать, принял эти купоны. И тот преданный, который там был, знал, что я ничего не ем, и посмотрел, проверить, как там готовят, и увидел, что какие-то люди на зарплате посторонние готовят, и таким образом вот они каким-то красивым просадом, кичи параманы, они хотели нас так обдурить буквально, но настоящий просад, он очень редок, и вот я пришел к тому, везде всякие привидения, эти, если мы хотим выгнать привидения с помощью семян, горчицы. Вот на Бенгале есть такая пословица, что эти семена горчицы используются для того, чтобы выгнать духов, но эти духи, они в этих семенах тоже есть. И как же осознать, что сказал Шрила Прабхупад и Шрила Бхактивинода Тхакур? Если большинство людей, они следуют какой-то упрощенной системе, какие-то люди занимают пост гуру и пытаются как-то упростить учение Шрилы Прабхупады, они сами не понимают, что хотел сказать Шрила Прабхупад, а как же это не объяснить могут? Они думают, что это просто шутки какие-то, и таким образом я говорил
вчера так много сиддханты, и вот мы пришли к заключению, что под именем Харибаджана, Дикши и поддержания Матха, если мы собираем все больше и больше мусора, то мы не можем ожидать, что мы будем совершать Харибаджан в ближайшем будущем. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал 150 лет назад, что нет никакого пути, что если те люди, которые ответственны за все это, если они не будут думать, то пути к спасению уже не будет. Шрила Бхактивинода Тхакур 160 лет назад, он говорил, что Махапрабху своим примером он показал путь баджана. И вот на Бенгале так и эта пословица такая есть. А Бхактивинода Тхакур, видя, что это чистейшая прама-дхарма, чистейший, великолепнейший путь баджана, который принес сюда Махапрабху, то вот впоследствии Бхактивинода Тхакур увидел, что он как-то осквернится. И многие преданные спрашивают много вопросов. И, пожалуйста, простите меня, если я не могу ответить, если индивидуально буду каждому в письме отвечать, то времени слишком много займет, и поэтому я вот отвечаю так устно в Харикатхе. Можно вспомнить, вчера я говорил, что Махапрабху, он говорил, и вот Махапрабху говорит, какие-то материалисты, если организуют какой-то пир, может, они тилоки малы носят или саньяси. Если кто-то в одежду саньяси носит, это еще не значит, что он не материалист. Нужно проверить. А как проверить? Действия такого человека не могут показать, что он кто он есть на самом деле. То есть, если человек саньясу принял, это не значит, что он возвышенная личность, а по его действиям можно видеть, а не по одежде. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, те, кто совершает баджан, мы будем выражать почтение им независимо от их положения. Может, кто-то в грехастха ашраме, но он очень смиренный и совершает баджан, а кто-то саньяси, но слишком гордый. И это вот такому домохозяину нужно выражать почтение. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что внешняя одежда не столь важна. Она, конечно, важна, но не до такой степени, как деяния этого человека. А некоторые, ну, имеется в виду то, что некоторые уважают одежду человека, но не смотрят на дела. И вот Бхактивинода Тхакур говорит, что Шри Чайтанья Махапрабху говорит, материалисты, которые организуют какой-то пир, и те, кто принимают просад на этом пире, они теряют свое сознание, будьте уверены. Те, кто организует эту бандару, они тоже теряют свое сознание. И те, кто едят там, они тоже теряют свое сознание. Почему Махапрабху говорит вот эту шлоку? Махапрабху разве не знает то, что те гуру вайшнавы не всегда принимают прасад? Почему Махапрабху говорит так? Если гуру вайшнавы, смотрите, гуру и вайшнавы не всегда Махапрасад принимают, ну что Махапрабху хотел сказать? Если вы не находитесь на нейтральном уровне, на нейтральном уровне вы никогда не поймете эту сиддханту, какое-то осквернение будет в вашем сердце. И вот вы можете понять, вот отец этот Хираньягабардхан, отец и старший брат отца, they're going
И вот они служили Гуру Вайшнавам долгое время. Но все же Махапрабху говорит, что Хирани Гаудхан, он внешне совершил великое служение, но это не настоящее служение. Махапрабху не сказал, что они вайшнавы, смотрите. Он сказал, что они как вайшнавы, похожи на вайшнавов. Отец и старший брат, этот анкл, этот брат отца, они оба вайшнава прай, они похожи на вайшнавов, но почему? Как так вы говорите? Они тратят сотни тысяч рупий на служение, а в то время это были громадные деньги. На одну рупию можно было еды купить там на несколько месяцев. Они сотни тысяч рупий тратили на служение Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Но Махапрабху, смотрите, никогда про них не говорил, что они вайшнавы. А что говорить у нас с вами? Махапрабху очень нейтрален. И вот когда отец Рагунатха Даса Госвами хотел организовать какую-то финансовую помощь Рагунатху Дасу Госвами, и вот он был в Пурушоттам Даме, и отец Рагунатха Даса Госвами, он отправил большое число денег и несколько севаков, чтобы они служили ему и находились в Пурушоттам Даме, и когда Рагунатху нужно было что-то, чтобы они все это делали. Но Рагунатха Дас Госвами никакой помощи от отца не принял. И Махапрабху, когда пришел, узнал об этом, он был очень счастлив. Он пришел сюда, чтобы вести отреченный уклад жизни, и поэтому зачем ему какую-то помощь из дома принимать? И Махапрабху спросил: «О, Сварупа, как Рагунатх поддерживает свою жизнь?» И вот он, ему сказали, что он идет к Симхадвару, главным воротам Джаганатха, там стоит с протянутой рукой, и эти панды Джаганатха, они мимо проходят, если видят какого-то попрошайку, они дают какое-то пожертвование или махапрасад. И Махапрабху сказал, что очень хорошо, и вот через какое-то время он сказал, что я видел, что он не стоит у главных ворот Джаганатха уже. И вот ему сказали, что, о Прабху, он подумал, что нехорошо стоять перед воротами Джаганатха, что это плохо. Кто может дать, кто не может дать, может в общем, надоело ему стоять и подумал, что нехорошо стоять, как попрошайка там, и что дальше, как он себя поддерживает. О, Прабху, сейчас он идет в Чату, рынок просада там. И вот он принимает Мадхукари, и через какое-то время Махапрабху спросил, что Рагунат делает, он в чатру не пошел, нет, а как же он поддерживает свою жизнь, и вот он behind Jagannath temple, going to collect those rice and come to home, I mean Bhajan Kuchi, and wash with fresh water and going to take with salt. Really so? Let me see how he's taking. И вот Махапрабху рассказали, что он ест, и вот он ел этот рис, который готовили для Джаганатха, потом он пропадал, его выкидывали, и вот он ел такой рис. Махапрабху с силой отобрал
ложку. И вот он отобрал немного той еды, которую он ел, и сказал, что какой великолепный просад, я никогда не ел ничего подобного. И Махапрабху был счастлив в виде его отреченный уклад жизни, поскольку это... И вот Махапрабху говорит, те, кто входит в отреченный уклад жизни, если они приходят, конечно, проблемы какие-то, возможно, какой-то негатив, но они пришли к гуру и вайшнавам, и постепенно они могут решить проблемы своего сердца и начать чистый баджан. Они могут попытаться, по крайней мере, и если нету никакого вайди-доктора, а только мы открыли какой-то госпиталь, и там одни эти больные, то если нет доктора, то что случится, если бесчисленные пациенты, то что мы можем сделать? И вот моя цель была... И вот моя просьба, мы должны увеличить номер самосознавших себя душ. У нас in different languages. So this way they can know some Siddhanta Vichar, they can grow. First of all, if some devotee coming to hear Sambhava from there, don't go there. Don't get there to Harikatha. There they can, so what I can do? They can speak this way. Many times this happens. If they are coming to, Махарадж говорит, что если иногда кто-то приходит слушать вот, его харикатху, то и часто находятся такие люди, которые опасаются этого и говорят, что Махараджа не нужно слушать, поскольку... А почему не нужно слушать? А поскольку если слушать Махабабджи Махараджа, то разовьется сознание, и тогда уже люди будут видеть, что есть что и кто есть кто. И вот Махарадж пришел к заключению, что никакой мат строить не нужно, а нужно сделать мобильный гаудимат, чтобы преданные, они увеличили свою силу даршана. И вот мы должны увеличить этот наше видение. И чем больше мы слушаем чистой харикатхи, тем чище наше сердце становится, и мы усилим силу нашего даршана, силу нашего мировоззрения. Я вчера говорил об этом. Если какой-то шакал нападет на нас ночью, он может съесть нас. Или тигр, вот, например, он как смотрит на нас, как на свой обед. Но как Шрила Бхакти Прамод Пригасай Махарадж смотрит на нас, он никогда не видит какой-то прекрасной женщины. Или он просто говорит, что вот моя мать, и также я вижу не женщина, а моих матерей, которые помогут мне утвердиться в баджане. Какие-то преданные спрашивают, вот из России какой-то преданный спросил, вот можно ли это обращаться к Матаджи, как к Деви? Можем сказать Матаджи, но Деви мы тоже можем говорить, почему нет? Мадави Девидаси, в Чайтанья Чайтамрите можно найти Мадави Девидаси. И вот это Мадави Девидаси можно, поэтому Деви можно обращаться, Лалита Деви, Вишакха Деви, если у нас есть такой даршан, такое видение, мы можем говорить. Деви значит... Что Чайтанья Чайтамрите говорится.
Деви значит очень могущественно, самосияющая. И если у нас будет такой даршан, мы можем говорить Деви, в чем проблема, но мы должны видеть, если мы говорим Деви, а думаем что-то другое, то тогда Махапрабху, он может дать указание Майи Деви, чтобы она сбросила нас с пути баджана. Поэтому Деви, мы можем говорить, не проблема, но перед тем, как завести какие-то отношения с какой-то матаджи, вы должны быть очень осторожны, поскольку в Бхагаватам говорится, Балаван индриё брамо биддам шобмупи каршати. In Shastra it is written, в Шастрах, в Бхагаватам говорится, что ваши органы чувств очень могущественны, очень могущественны, и они вне контроля гуру Вайшнава. В Аджатендре очень бесконтрольные буквально. И вот говорится, что с вашей матерью, может, вы сын вашей матери, с сестрой, с дочерью, у вас нет права находиться в одиночестве, ну, в смысле, наедине. В Бхагаватам, в 7 части, Нарада Махараджи говорит Юшишире Махараджу. If you understand Sanskrit, you can learn, you can understand. Javad artha prayojanam means if you need to talk with that Mataji for 2 minutes. Вот если вам нужно поговорить с Матаджи 2 минуты, например, то поговорили и не нужно, или еще лучше меньше ради Кришна Севы, не нужно продолжать растягивать это. Вам не нужно сидеть. Болтать с матаджами по полчаса, это будет каким-то ударом майи. В Бхагаватам говорится, с вашей сестрой, с матерью, с дочерью вы не можете находиться в уединении долгое время, может, там не больше 2 минут, если уж совсем надо, поскольку органы чувств, они очень сильнее. Я знаю, если я буду говорить об этом, то весь мир, он отвернется от меня, выгонит меня буквально, но их такое отношение, это будет благословением, поскольку это доказывает, что я хочу следовать Шри Прабхупаде, поэтому я очень счастлив. И их такое отношение, это мое благословение. Я не могу позволить какому-то брамачари ездить там на мотоцикле в обнимку с матаджи, или просто даже ездить. Я не могу позволить такого, даже если это мой отец или еще кто-то. Столько нет у меня столько милости, чтобы позволять заниматься всякой ересью. Будьте осторожны. И вот мы должны следовать Махапрабху полностью, без остатка. И в начале всего Махапрабху, он дает нам такое учение, что он показывает, что практически невозможно избавиться от влияния майи, и как мы можем тогда совершать харибаджан, если мы можем следовать сочетанию Махапрабху полностью, если мы, я имею в виду, если мы будем, сможем следовать Шри Прабхупаде полностью. Поскольку если мы хотим узнать учение Шримана Махапрабху, мы должны будем прийти к Шри Прабхупаде Бхактисиданте Сарасвати. Я обещаю вам, гарантирую, что если вы хотите узнать настоящее учение Шримана Махапрабху, то его можно узнать, придя к Шри Прабхупаде Бхактисиданте Сарасвати. И вот мы пришли к тому, что Шри Прабхупад, он говорил, что мы должны зависеть от достойного источника. А что это значит? Какой это правильный источник? Харикатхи и Харикиртана. Вчера я не смог закончить отвечать на этот вопрос. И вот сейчас я к теме Прасада вернусь, к Рагунатху Даса Госвами. А сейчас я скажу о том, что Шрила Прабхупад говорит Махапрабху и также говорит об этом. Те, кто развивают интерес к слушанию Харикатхи, Махапрабху говорит Прадьюмна Мишри,
ты развиваешь интерес к слушанию Харикатхи, ты столь удачлив. Махапрабху на Бенгале в Шичитане Читамрите говорит. Махапрабху говорит, у тебя есть интерес к слушанию Харикатхи, ты очень удачлив. Те, кто хотят слушать больше и больше Харикатхи, сокровенный Сиддханта, они очень удачливы. Махапрабху говорит об этом. И вот вне зависимости от страны, происхождения, убеждений, те, кто стремятся к слушанию Харикатхи, они очень удачливы и очень удачливы. Шрила Прабхупад говорит, мы должны зависеть от настоящего источника Харикатхи, от авторитетного, достойного источника. И сейчас еще ответ, например, кто-то совершает Нагар Сангиртану, и много преданных тоже с нами. И вот мы совершаем уличную Нагар Санкиртану, и, например, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж дал указание мне идти на эту Санкиртану и начать киртан, совершать парикраму. И если я пойду по его указанию, это неплохо, очень благоприятно, но я не могу сказать, что люди на этом собрании обретут максимальное благо, поскольку если я приму силу Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, я много раз слышал от Гуру Варги, что «О, мой сын, не позволяй менять ни единого слова в киртанах». И Ваман Госвами Махарадж также я был вынужден ответить, если вы понимаете, Бенгали, вы буквально сойдете с ума. В Девананда Гауди Матхи и прочих местах, вот если вы знаете Бенгали, может, через 10-15, когда меня уже не будет, то вы будете очень удивлены. И вот я был вынужден так написать очень строго, сильно, поскольку Сиддханта должна быть совершена по указанию Шрилы Прабхупад. И вот Ваман Госвами Махарадж также, он ответил, что если я не обрету полную силу, то есть мы не должны менять ни слова, ни запятой, ни какой пунктуации в киртанах таких великих махаджан, как Шрила Наротам Такур, Лочандас Такур, Бхактинот Такур, поскольку если мы что-то будем менять там и добавлять какие-то слова, это оскорбительно, поскольку мы не самосознавшая себя душа. Когда Наротам Такур, он пишет этот киртан Пашина Кутиба Матканале Пашиба, то он выражает свое чувство сердца в этих словах. This kind of pain should be there. So Narottama Thakur crying and speaking. И вот Наротам Такур плачет и говорит, я хочу попасть в огонь, поскольку он after setting a pole of tears, he is going to rise his world. But whereas you are going to sing this kirtan in such a way, и вот Наротам Такур, когда он поет этот киртан, он проливает слезы, когда мы поем только аплодисменты и какие-то пожертвования получаем. У нас нет права менять ни единого слова в киртанах махаджан. Это первое. И второе, я слышал от Гуру Варги, когда мы читаем эти, поем киртаны, написанные такими великими махаджанами, они читают, пая эти киртаны, мы обретаем силу. Если мы совершаем киртаны, написанные Наротам Дас Такуром или Бхактинот Такуром, то мы обретем силу. И почему совершаем эти киртаны каждый день? Для того, чтобы обрести силу. Если мы будем совершать киртаны, написанные Шрилой Бхактинот Такуром, то он через эти киртаны он вложит в нас свою силу, свою милость. И будьте уверены, что эти киртаны и их указания
Если Гурудев дает нам указание, о, сын, иди туда и проповедуй Харикатху. Гуру Махарадж, когда дает какое-то указание, он также дает возможность исполнить его. Как Шрила Госвами Махарадж в Америку поехал, Бхакти Парадип Тиртха Махарадж, Госвами Махарадж, они, будучи на Западе, получали силу от Шрилы Прабхупады, и поэтому они могут совершать настоящий киртан. Если мы пойдем и услышим их высококачественную харикатху, поскольку есть много всякой харикатхи, но о качестве харикатхи кто задумывается, о ее силе? И вот если мы, слушая харикатху, чувствуем какую-то реакцию в сердце, изменение, то это значит, что тот саду, он утвердился в ачароне, и мы сможем обрести силу. И вот так, когда Шрила Пури Госвами Махарадж, он дает нам указание участвовать в Нагар Санкиртане, то нужно идти участвовать. И если мы, смотрите, сможем... Например, мы полностью преданы лотосным стопам Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, он соответственно лотосным стопам Шрилы Прабхупады. И если так логически подумать, математически, то увидим, что Гурудев не отличен от Шрилы Прабхупады. И та милость, которую мы получаем от него, это она есть милость Шрилы Прабхупады. И если мы совершаем киртан и следуем указаниям Шрилы Прабхупады и Гурудева, то тогда мы обретем силу. Если Гурудев дает нам указание совершать Нагар Санкиртан, но наша способность принять милость не столь велика, и вот если мы совершаем Нагар Санкиртан, тогда мы не сможем раздать столько силы, которую Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, если он был физически там, то он бы мог это сделать, и поэтому Шриман Махапрабху Нитьянанда Адвайта Гасай, кто нет, они все совершали киртан, чтобы даровать силу им. Много раз Шри Чайтанья Махапрабху говорил такие слова. «Мое указание, я дарую вам силу, идите и проповедуйте». Это мое указание. Смотрите, первое, Гуру Хойя. Сначала утвердись в положении гуру, пытайся освободить обычных людей. Это ты можешь сделать. Даже если вы матаджи, то все равно вы можете идти. Например, какие-то эти родственники приезжают, чтобы встретиться с вами или с какими-то родственниками, то вы в это время можете говорить харикатху. Можете просто или просто вспомнить и привести пример с харикатхи. Я знаю, они не заинтересованы, но вы можете помочь им развить сознание, и это поможет им начать харибаджан. И вот этот вопрос, на этот вопрос я ответил, и вот сейчас я буду отвечу на вопрос про Махапрасад. Когда Махапрабху сказал, что я принимаю подношение только с рук Лакшапати, а преданные сказали, что мы очень бедны, как у нас нету лака. А Махапрабху сказал я о тех, кто совершает лак Харинама. И вот во всех шастрах, которые мы можем изучить, то мы можем изучать, вот какие-то преданные изучают шастры, какие-то книги что-то делают, но не повторяют достаточно харинама. И поэтому мы такие преданные не обретают силы. Любое служение, которое вы делаете, если вы не совершаете харинам в процессе, то тогда не обретете силы, поскольку все объяснение шастр, наивысшая цель — это
показать вам славу Харинама, все Шатсандарбхирасамрита Синду, все писания прямо или косвенно. Они показывают нам славу Харинама Прабху. Он изначальная причина. А если мы не утвердились в Харинаме, я не утвердился, какой-то ачарья, который не утвердился в Харинаме, но дает уже Харинам кому-то, то что толку от этого. Люди думают, что саду, которые ничего не говорят, не... Они, но я слышал от Шрилы Прабхупады, что они мошенники. Если гуру вайшнавы не предостерегают нас, не ругают, не пытаются нам помочь, а просто одобряют все, что мы делаем, все подряд, чтобы просто получить свой голос, то в этом случае такой гуру, он никакое сознание внутри меня не может развить, это невозможно. Даже в Нити-шастрах, что говорить о духовных, о чем-то духовном в Нити-шастре даже говорится. Одним великим пандитом он написал. Лалоет панчаварсани, дасаварсани тарет, праптету шурушо варсе, путрам митровад ачарет. What do you mean? When your baby is up to 5 years old, и вот когда ваш ребенок, он пяти месячный, например, или до пяти лет, и потом, когда он уже взрослеет, нужно по-другому себя вести. То есть до 10 лет ребенок, он мягкий, можно из него лепить все что угодно и как-то воспитывать его. А потом уже нужно более жестко контролировать. Мой отец, например, бил меня, если мы что-то ничего не делали. Да. Да, 16 лет меня било, поскольку я был занят играми, еще чем-то. И люди думают, что бить кого-то плохо, но если гуру вайшнавы, они не будут контролировать нас, то как же мы развьем сознание? First it is written, Lalayat Panchavarsani, Dasavarsani Tarayat, Prapte to Soroso Varse, Putram Mitravat Acharet. After 10 years you will have to control. After that, gradually you can go on, you know, showing some soft attitude. From 11, 12, 13, 14, 15, you can approach, you can gradually approach on soft procedure. Ну, вот говорится, что нужно по-разному относиться к детям, в зависимости от возраста. После 16 лет можно вести себя только как с другом, а по-другому как-то бесполезно вести себя с такими взрослыми детьми уже. То есть после 16 лет уже нельзя сказать ребенку, что вот делай то и никак иначе. Можно сказать, что я думаю, что хорошо бы сделать вот так и так. Kaila ka maila chute jo ankh kare pravesh. Many times I explain, today I have no time. И вот Махарадж много раз эту шлоку объяснял, сегодня не будет. И вот если мы не будем совершать харинам, я еще раз хочу повторить, поскольку если у нас... Если вы слишком много почтения выражаете мне, но... Не выражаете уважения, то в этом случае я не могу помочь вам.
Если вы то есть, если вы слишком много уважения, почета выражаете мне, то я думаю, стена между нами. До тех пор, пока я не разобью эту стену, вы не можете увидеть меня и мое сердце. Правильно, и поэтому я прошу назвать меня просто Баба, как в Раджавасе называют, и таким образом, смотрите, я могу... Это я слышал от Шрилы Бхарати Махараджа один случай. Бхарати Махарадж много раз говорил об этом. Бхарати Махарадж, он однажды в Болпур на поезде поехал, и вот сошел с поезда, взял ришку, поехал в то место, где Харикатха должна была проходить, и по дороге смотрит, один человек бьет ребенка своего. И сказал, ой, останови, чего вы тут ребенка бьете? И этот начал возмущаться, что тут этот человек ребенка бьет, и этот человек с сложенными ладонями начал плакать перед Махараджем. О, Махарадж, вы не знаете, он мой сын. Я чай продаю. Как живу как нищий, день и ночь, продаю ночь. С 4 утра. И я никогда не хотел, чтобы мой ребенок, он тоже продавал чай. И поэтому я организовал его образование. Но, к сожалению, он не ходит в школу. Ходит где попало, по улице шатается, не учится. Я трачу все деньги на его образование. Смотрите, весь доход свой. Я очень беден, вот немного зарабатываю, все на, практически все на его образование трачу, но он настолько глуп, что даже в школу не ходит, шатается по улице, и поэтому вот бью его, Бхарати Махарадж. Нечего было ответить, что действительно, отец работает день и ночь из-за своего ребенка, а тот к нему так относится. Вот Гуру Вайшнава не могут бить нас, ругать нас, если мы не идем не в ту сторону. И наш Гурудев или Гурварга, если они наказывают нас как-то, мы должны с радостью принимать это. Поскольку Гуру Вайшнава, они могут как наказать нас, так и благословить. Шрила Прабхупад говорит «ниграха» и «ануграха». «Ануграха» значит «крипа». Когда Шри Чайтанья Махапрабху наказал Маликова Харидаса, то это было его благословение. Или Мукунду – это тоже благословение «ануграха». Но мы запутались. Мы думаем, что если Гуру Вайшнава говорят жестко, то это значит, что нет вайшнаваты, что они не вайшнавы, иначе они почему так жестко говорят. Но мы не должны думать негативным образом. И почему Кешава Госвами Махарадж очень строг, поскольку он очень любит нас. И поэтому он не мог потерпеть, что мы в неправильном направлении движемся. Поэтому можно видеть, что он был очень строг относительно седанты, этикета, но мы неправильно поняли его, и в этом наша неудача. И вот смотрите, если я не буду совершать лакхаринама, то тогда у меня нету силы готовить для Кришны. Если у нас нет времени повторять лакхаринама, как Кришна даст Бабаджи Махарадж, я вот однажды один преданный спросил Кришна даст Бабаджи Махараджа давно, лет 40 муж назад, он уже ушел с этого мира, Говинда Махарадж, Винод Вани Гауди Матхи. Он был, и вот он однажды пошел к Кришнадас Бабаджи Махараджу и сказал: «О, Махарадж,
Гурдев у нас всегда говорит, что Балак Харинамба повторили, Шрила Прабхупада тоже говорит, а у нас нет времени, мы так много служений совершаем постоянно. И он, Бабаджи Махарадж, засмеялся, вы служение руками делаете, да-да, а устами что делаете? Вот вы можете руками заниматься служениями и повторять Харинам устами, может, 32 круга повторите, а остальные 32 можно на Маммале повторить, и так будет лак за весь день. Но Махапрабху говорит, лак такого считанного Харинама, мы должны считать его еще подсчитанного. Но все же, если не получается, по крайней мере, можно повторять и не считать, тоже хорошо. Если мы 25 кругов без счета повторим в течение дня, и потом, точнее, этих 32 круга и остальные 32 на четках, то это тоже очень хорошо. И вот если так делать, то и потом еще 32 круга повторять в течение дня, то это хотя бы так должно быть. И мы должны всегда повторять Харинам. Если служение какое-то есть, то все равно мы должны повторять обетованное число кругов Харинама. Если кто-то... То есть меня, если кто-то пытается остановить, то ну, это бесполезно, я все равно буду продолжать говорить Харикатху и говорить Сиданту. И если вы не повторяете лак Харинама, то уже вы не можете говорить Харикатху, готовить для Кришны, поэтому нужно повторять. И также мы должны молиться лотосным стопам Верховного Господа Гуранге Махапрабху, что мы очень такой слабый человек, не можем повторять Харинаму, и, пожалуйста, прими это подношение, иначе как мы сможем получить просад. И вот можно вспомнить историю Рагунандана Ачарьи с Катвы. Отец ушел куда-то и сказал: «О, Рагу, предлагай Господу сегодня подношение, мать приготовила, дала все для подношения Кришне». И вот когда открыли дверь, то а он открыл дверь и спросил Кришну, почему он еще не съел ничего. Взял палку и сказал, что если ты не будешь есть, что отец мне скажет, он мне дал такую обязанность предложить тебе это подношение, а ты ничего не ешь, мой отец отругает меня. И Гопал тогда явился из Мурти и начал есть. Отец пришел и сказал: «О, Гопал, ты уже поднес все?» Он сказал: «Да, поднес». И после этого отец сказал: «О, спросил, а где же просад? А как, где Гопалса съел? Как съел? Вот так и съел. Ну, немножко там осталось, и отец подумал, что ребенок не врал никогда, как это возможно, что Кришна все принял. Мы шастры знаем, что Кришна принимает просад, но этот просад взглядом принимает, этот просад нетронутый остается. Как Мадхавендра Пурипат, он видел, что он очень голоден был. И вот Гопал был очень голоден и все съел. А, ну, имеется в виду, Гопал, он как бы весь просад съел, но он также остался нетронутым. И Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакур, когда предлагают Кришна, он принимает все это, но это подношение внешне нетронутым остается. А вот с этим, с Гопалом особый случай. И вот этот ребенок так его заставлял принять, и Гопалу нечего было делать, он явился из Мурти и начал есть. И после
обеда, уже ситал бог, вечернее подношение, когда нужно было подносить, он опять попросил сына, чтобы пошел Гопалу сладости, ладу принес, ладу поднес, и вот он пошел в алтарную и сказал, что вот отец ладу послал, давай ешь. Вышел, зашел, смотрит, ничего не съедено, и начал возмущаться, что с утра ты ел, а тут не ешь. И отец тем временем открыл штору и хотел посмотреть на то, как Гопал ест. Но Гопал пропал, и, а в руке у него осталась половина ладу. И в катве, если мы будем, то можно увидеть, что в руке Гопала половина ладу осталась. И поэтому Гопал, несомненно, принимает наше подношение. И у нас, если у нас есть такая преданность, такая любовь к Гопалу, то он принимает это. Я не хочу вас огорчать, что то, что вы готовите, Кришна не принимает. Нет, он принимает. У вас должно быть такой энтузиазм, что вы готовите, и наша Гурварга, Гуру Вайшнава, они помогут нас, благословят нас, и почему Гопал не может принять это. И поэтому, и еще, пожалуйста, повторяйте Лакхаринама. Если вы утвердитесь в Харинаме, вы увидите, что на Лакхаринама уходит около 4 часов только. Вы тратите время так много на сон, на болтовню, на что-то еще, а почему бы вам не повторять Харинам? Даже если некогда вам за один раз повторить, можно утром повторить 16 кругов, потом в полдень, потом после обеда, потом вечером, и таким образом за день повторять 64 круга. И если этого не можете, то, по крайней мере, попросите прощения у Гуранги Махапрабху, я не Сахаджи, чтобы не позволять вам не повторять Лакхаринама. И вот, по крайней мере, можно частями повторять. И вот Махапрабху так или иначе принимал подношение с рук тех, кто повторял Лакхаринама. И в этом большой этот большой вопрос. И вот сейчас я возвращаюсь к тому, Махапрабху почему говорит так, хотя он, если знает. И вот, надеюсь, вы поняли, что если я получу силу от Шрилы Прабхупады и Гуру Махараджа, тогда я могу совершать Нагара Санкиртану и раздать эту силу другим людям. Это зависит от указаний Гуру и Вайшнавов. Это зависит от того, какой сможем ли мы принять милость Гуру Вайшнавов. Если Гуру Дев говорит нам что-то, как, например, если Гуру Дев говорит нам задание говорить Харикатху, то если по указанию Гуру Дева мы говорим ее, то тогда это совершенно другая Харикатха, если бы мы сами говорили. И поэтому это мое наивысшее служение Вани Сева, это мое служение Гуру Деву. И вот Махапрабху уже, почему Махапрабху сказал вот эти слова, что мы не можем принимать то, что приготовлено или куплено на деньги каких-то наслажденцев. И вот сейчас я хочу напомнить вам, что сказал Джагадананда Пандит, то, что если я приму характер, идеализм поведения Шримана Махапрабху, тогда мы сможем достичь какого-то конкретного настоящего результата. И Джагадананда Пандит опять предупреждает нас, что если мы хотим иметь какие-то сладкие, прекрасные отношения с Гурангой, мы должны помнить случай с Чота Харидасом, какое тяжелое наказание он получил от Махапрабху. Будьте осторожны. Те брамачари, саньяси и те, кто в отреченном укладе жизни находится, они должны быть очень осторожны. Махапрабху не может позволить никакой сахаджи. Может, те сахаджи могут совершать Гауранга Баджа, но они не понимают сиданты и никакой милости не могут обрести, но какой-то сахаджи
баджан свой совершают. И вот сейчас я хочу сказать про то, что почему Махапрабху говорит, и хотя я уже сказал несколько дней назад, вот про случай с Говинда Мандиром. Саду приняли просад в Говинда Мандире, но чувствовали себя плохо всю ночь и в итоге потеряли семя этой ночью. И почему же, спросили у Господа, и Господь явился и сказал, почему. Много книг, которые авторитетные, а вот которые авторитетные книги, а какие нет. Вот есть Бхакта Мал, написанный на Бадзи каким-то, вся Индия читает, но Шрила Прабхупад говорит, этот Набаджи и Бхакта Мал, это не авторитетная, не совсем авторитетная книга. Только Шрила Прабхупад осмелился заявить об этом. Шрила Прабхупад может сказать, поскольку он осознал, что нет там никакой Сиддханты. Но в этой книге вот не какая-то достойная Сиддханта, непонятно что. И вот Шрила Прабхупад говорил, что этот Бхакта Мал, который написан на Баджи, не авторитетен. Шрила Прабхупад никогда не оскорблял их. А то, что он хотел сказать, вы должны понять. Почему Шрила Прабхупад сказал, чтобы та, что там нет достойной Сиддханты? О Бхакти Ратнакаре. Я могу вернуться к тому, это долгая история. Но сейчас вот вопрос на эту тему насчет Бхакта Мала. Вот 12 лет назад я уже ответил насчет Харинама, Бхакта Мала и прочих протестных этих письмах Махарадж ответил. И вот какой-то ачарья внутри Йогапитха Мандира сказал, что я оскорбление совершил. А почему? И вот я написал Шридхардев Госвами или Дева Госвами. Что это значит? Вот Дев-Деви, что это значит, это титул? Если мы относительно Матаджи говорим Деви, то это пойдет. А если Шридхардев Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, это не значит, что я хочу разделить, что это Брахман Вайшнав и не Брахман. Этот ачарья спорить начал, я ответил так, что он был вынужден заткнуться, замолчать. Он говорил какую-то ересь, и в итоге сказал, чтобы я к смерти готовился. И вот я сказал, я засмеялся и ответил. И о Махарадж, вы говорите таким образом, что я использую это титул Дев к какому-то Брахману Ачарье или нет, но... И вот я привел такой аргумент, почему вы говорите Шукадев Госвами, хотя Вьясадев Госвами и Шукадев Госвами, где они родились? Они не брахманы внешне. И вот они замолчали, почему Шукадев Госвами, Вьясадев Госвами, где они родились, ну, в каких семьях? Это кто-то как ачарья действует, а глупости такие говорит. И вот так и, такое состояние. Поэтому можно обращаться Дев, если вы хотите выразить свое особое почтение Гурварге. И сейчас я возвращаюсь к главной теме. Если вы хотите поддерживать сладкие отношения с Гурангой, вы должны помнить случай маленького Харидаса, Чота Харидаса.
поскольку Махапрабху не может пойти ни на какие компромиссы ни с кем. Шрила Прабхупад никогда не может идти ни на какие компромиссы ни с кем относительно Сиддханты. Может, мне это будет стоить жизни, но я никогда не пойду на компромиссы. Если вы пообещаете совершать харибаджан, то я могу, буду жить дольше. Иначе кто может сказать, в тот день я, ситуация такая была плачевная, я не мог говорить, может, это указание на то, что я должен скоро буду оставить тело, кто знает. И такая ситуация невозможна в моей жизни, но как-то случилось. Иногда какое-то осквернение возникает, но почему, кто знает. И это может быть вот знаком, что я скоро уйду. И у меня нет настроения жить дольше, но все же мне нравится говорить харикатху, совершать харикиртан. И помогать вам отвечать на ваши вопросы. И поэтому у вас нету, у вас есть искренность, и поэтому я чувствую вдохновение говорить. Кто-то спросил меня, Махарадж, что вы вообще не любите. А я сказал, не люблю говорить харикатху перед какими-то глупыми людьми или сахаджиями. Это самое худшее наказание мне. И вот сейчас я хочу ответить на то, Махапрабху, хотя знает, что Гуру Вайшнава не принимает только Махапрасадам, но Махапрасад, но в Говинда Мандире, смотрите, что случилось, они Говинда Прасад приняли, они где-то там, неизвестно где, но сейчас мы должны понять это. И вот я говорил, что Ганга, о Ганге в Бхагаватам говорится, и вот мы не можем сравнивать Гангу с чем-то еще, но с Ямуна она не относится к этому, поскольку Ямуна это личная это река Кришны внутри Вриндавана, но Гангу ни с чем нельзя сравнить, она чрезвычайно чиста, поскольку Ганга она исходит с трансцендентного мира. И вот когда Ваманадев, он эту Браманда Катаху сломал, и вот, в общем, Вамана пробил купол какой-то, и оттуда Ганга течет. И это Ганга, это она омыла лотосные стопы Ваманадева. Что это значит? Это значит, Ганга, она сама по себе просад, да. Ганга, она просад. И о Ганге Рупа Госвами Пад пишет, что Ганга, она не, это Брахмавасту, она не теряет свои силы. Хотя мы можем видеть какие-то пузыри, мусор, плавающий по Ганге. Какие-то вещи плавающие там, но все же Рупа Госвами Пад говорит, Ганга, она чиста. Она, Ганга, внешне мы можем найти какое-то осквернение, но Ганга значит Брахмадхарма в ней. И поэтому, почему эту формулу в этом случае мы не можем применить, что кто-то вот, ну, относительно просада. Вчера, например, я, например, приводил, если кому-то дать много сладкого парамана, а человека диабет, например, хотя, с одной стороны, махапрасад, но с другой стороны, диабет. И человек говорит, что у него там сахаром плохо, не может столько съесть. Как я говорил, что гуру Вайшнава оставляет за собой право не быть открытыми вашим органам чувств, они могут позволить вам
попасть в такую ситуацию, чтобы вы не поняли их и не осознали их трансцендентности в этом. И относительно прасада тоже такое может быть. Прасад, он трансцендентен, а пракрита. С гуру и вайшнавами какие-то болезни внешне могут находиться. Внешне можно видеть много болезней. С гуру и вайшнавами какие-то бывают. Но внутри их сердце, оно находится в гармонии с Кришной. Мы должны понять это внешне, если мы обнаруживаем какие-то проблемы, но, говоря искренне, Сиддханта в том, будьте уверены, что неверие, а точнее, это те вайшнавы, которые находятся, которые испытывают божественную любовь, то никакие внешние материальные неудобства не могут причинить никаких беспокойств. So why not you apply this formula again? I already told. It is very, you know, difficult to understand. И очень сложно понять то, что чистые гуру вайшнавы, они чистые и трансцендентные, поскольку можно видеть, что они тоже в материальном теле находятся, и также подобно этому Ганга. Ганга — это Брахма Девата. Это трансцендентное, но внешне можно эти пузыри найти, какие-то мусор плавающие. И также Махапрасад. Махапрасад, прасад значит милость. Прасад не значит еда, как Парамана Пушпана дал Сабжи. Я много прасада могу вам показать. Когда Кришна ушел из раса Лилы, то там говорится Шукадева Госвами, Ясадев Госвами пишет о Шукадев, говорит, Кришна, чтобы проверить их чувства, их гордость, то, что Кришна, it is written to check them, their feeling, and to give them prasadam. И вот чтобы, чтобы проверить их чувства и одарить своей милостью, Кришна исчез с того места. И такой прасад мы не обретаем, но этот прасад очень редак. Прасад значит милость, и много видов прасада может быть, может, как, например, вот это прасад со Шрадхи, может, Кришна милость пролил на этого умершего человека, но но с другой стороны, если мы будем есть этот прасад вспоминок, то часть кармы этого человека вынуждены будем взять. И вот таким образом все время Махапрасад, это он Махапрасад, но Махапрабху, он хотел принять прасад в доме Сарвабхаума Бхаттачари, он был очень счастлив принять там прасад, и в доме Адвайта Гасая также. И Махапрабху был очень доволен, когда этот мальчик пятилетний, он вот Кави Карнапур, будучи маленьким мальчиком пятилетним, и вот он пригласил Махапрабху, будучи маленьким мальчиком, и согласно желанию Кави Карнапура на этого ребенка, Шивананда Сен организовал прасад. И какой Махапрасад? Махапрабху пришел и принял прасад, и Махапрабху увидел какой-то уникальный прасад.
как-то лимон, рис, этот йогурт. Махапрабху засмеялся. Сейчас так много просада, но этот ребенок очень умен, как он знает то, что я люблю. Сейчас очень жарко, он сделал как раз этот напиток какой-то из лимона, риса, йогурта и этого, и соли. Ну, что-то такое прохладительное он сделал для Махапрабху. И Махапрабху был очень доволен. Просад не значит, что какая-то еда только. Вода, например, или тут уже просад. Рагунатх Дас Госвами, он, например, ел только рис, который никто не ел, который выкидывали, он 3 дня лежал, и вот он такой рис только ел. Если кому-то такой просад кому-то предложить, то скажут, что у них с пищеварением плохо, не могут съесть. А если параману тому же человеку предложить, то съедят любое количество. И вот такое у некоторых отношение к просаду только как к еде. My condition is very bad. But Mahaprabhu, so this way, и вот прасадам значит милость. И когда Бхагаван, он предлагает, и вот когда Кришне предлагает подношение, если такой человек с огромной верой воспевает Харинам, следует всем правилам и предписаниям, то почему Кришна не примет просад с нашего храма, если мы следуем всем правилам и предписаниям Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура? Нет, у нас должна быть вера, что мы готовим с полной чистотой и получаем милость Гуру и Вайшнавов. И если мы готовим, то Кришна почему это не примет? И почему это не станет Махапрасадом? И если... И вот я расскажу Лилу Радхарани, когда Радхарани, она не получала прямой просад Кришны, то в этом случае Сакхи Манджари, они организовали какой-то сухой просад Кришны, как Гуру Махарадж, он ел каждый день сушеный рис, какой-то сушеный просад с храма Джаганатха, он брал щепотку, одну рисинку буквально и ел даже перед тем, как попить воды. И вот у нас должна быть вера, что мы готовим с огромной любовью для Кришны, повторяем лак харинама, и тогда у нас не должно быть сомнений, принимает Кришна это или нет. Как я уже рассказал о случае с Рагунатхом Ачарьей, у нас должна быть такая вера, что Кришна принимает, иначе я не хочу вас как-то обескураживать, вы преданные, пытаетесь сделать лучшее, что можете. И вот относительно Сиддханты, относительно книг, так много вечера. Кто-то говорит, как Шрила Прабхупад я хочу больше значения словам Шрилы Прабхупады придать. И вот Шрила Прабхупад говорит, Бхакти Ратнакар — это такая историческая книга, но там нету совершенно Сиддханты. И если мы будем изучать Бхакти Ратнакар, то вы увидите, что это историческая книга, не книга Сиддханты, а историческая именно. И вот относительно Чайтанья Мангалы Шрила Прабхупад говорит, что Чайтанья Мангала она сама по себе прекрасна, но... Но какой-то поэт, он хотел от себя тяну какую-то написать там. И осквернил эту книгу. И Шрила Прабхупад говорит, что Чайтанья Мангала, она прекрасна, но кто-то вот осквернил ее таким образом, написал какую-то от себя тяну. So if they are going to contaminate the industry, Chaitanya Mangal and Bhakti Ratnakar regarding big Siddhanta, we cannot rely 100%. We can give honor to these two books,
historical evidence so many you can good, but Prabhupada not going to dishonor them. Prabhupada speaking, it is written that way. So if some Maharaj, и вот если какой-то Махарадж, как Сиддхартха Госвами Махарадж, например, говорит, как Шрила Прабхупада или я, я уже говорил об этой сиддханте несколько лет назад, но это не значит, что я не возвыне выражаю им. Но смотрите, для обычных людей, для новичков, if some Maharaj is going to pass this remark, these two books are very good. Okay, it's very good. То есть кто-то, если кто-то говорит, что эти книги хороши, то но хороши-то не хороши, но сиддханта там неправильные. Может, вот если какой-то преданный сказал относительно этих книг что-то хорошее, то это может относилось просто к каким-то новым преданным, которые еще не разбираются. И вот однажды я говорил, Харикатху в Панджабе, там преданные начали возмущаться тому, что... Ну, Махарадж сказал им, что нельзя Туласи, к Туласи обращаться как к матери, поскольку вся это вместо Расататвы Расабрас получится, и что Гурудев такого, они начали говорить, что Гурудев такого не говорил, но с другой стороны, он не говорил, что нужно так говорить тоже. И вот начали спорить, и я сказал, что к Вринда Деви, к Туласи мы никогда не должны обращаться как к матери. И я также не говорю, что Ямакиртаны нельзя петь. Я просто сказал, что перед тем, как петь Ямакиртаны, мы должны воспевать Харинам. И вот как в этом киртане говорится, что если мы не совершаем совершенный Харинам, совершенный Санкиртан, то эти Ямакиртаны, они не для нас. Кешава Госвами Махарадж говорил, что они не одобрены для обусловленных душ. Если какой-то саньяси делает, но это только для того, чтобы даровать вам какую-то милость. И вот they can try again and again to understand, but unluckily they cannot understand. Jamalila Kirtan they cannot do openly. It is secret. И вот яма киртана мы не можем открыто петь, это как-то сокровенно должно быть. Но that was a special time when Srila. Но когда, в какие-то ачарьи они одобрили это, но там особый случай был, опять же. Но главное правило в том, что если мы не утвердились в Харинаме, то мы не сможем понять эти киртаны. Я не говорю, что мы не можем никогда их петь, я просто говорил вот в конкретном месте, в конкретных обстоятельствах не нужно их петь. И вот я также про Туласи, если петь вот этот Наморе, вот это, ну, тот киртан, в котором к Туласи обращаются как к матери, то это неправильно. И потом у Бхарати Махараджа спросили, а Бхарати Махарадж ответил, что никогда не слышал от Гурудева, что этот киртан пели в матхе, в котором Туласи матерью называется. Ну, можно видеть, что люди не могут войти на путь баджана, не то что расататвы. Но потом, когда к вам озарение придет, вы поймете сиддханту, вы уже сами не сможете называть Туласи матерью, и этот киртан вы уже не сможете петь. Еще пример я привожу. Есть тут дети, например, и с рождения они живут с бабушкой, поскольку отец, а мать она на работу в офис ходит, в общем, не до детей, и дети с бабушкой живут, и бабушку матерью называют. Я много случаев в моей жизни тоже многое видел, что маленькие дети бабушку матерью называют.
И когда ребенок подрастет, то он поймет, что вот та мать, а та бабушка. И потом поймет, что глупо было бабушку матерью называть, но бабушка, она не возмущается. Но люди эти все равно не поняли то, что я хотел донести до них. Но так или иначе, у меня нет враждебности с кем-то, я хочу обнять всех, я люблю всех, и так или иначе, сейчас вы получили ответ на ваши вопросы. И вот относительно Махапрасада, если вы хотите понять это, почему это Махапрасад, какой-то ачарья говорит, что это Махапрасад, но Махапрасадом это очень такое сокровенное. Внешне можно видеть рис, дал, сабзи с паниром или еще что-то, но прасад это очень тонкое, не можем видеть этого. И как вода Ганги, в ней какой-то мусор, какие-то пузыри могут быть, но Махапрасад это нечто уникальное. И Махапрасад, он имеет право, оставляет за собой право еще нести с собой карму того человека, кто готовил, или на чьи деньги были куплены продукты для этого прасада. То есть Кришна сам милость не проливает на нас. То есть это косвенно происходит через гуру и вайшнавов, и вот различные виды прасада, как Кришна мог съесть огонь с лесного пожара, с одной стороны это огонь, Кришна его выпил буквально, в Бхагаватам описывается, как Кришна выпил этот огонь, но можем, огонь тоже прасад получается, почему бы нам его не принять. Но смотрите, Кришна, он внутри был этого озера, которое было полно яда змей, и Кришна также пролил свою милость на Калию. Если вы хотите принять такой прасад, который получил Калия, то это опасно, может быть. Кришна танцевал на голове Калии. Если кто-то тоже пойдет танцевать на голове Калии, то что случится? Кришна, он может и Кришна танцевал с многими гопи, но, мы не можем это делать. И следующий день Махараджа более глубоко будет обсуждать о обязанностях Вишва Вайшнава Раджасабхи. И вот от имени Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура я вынужден был говорить о всех этих вещах. И больше свидетельств буду приводить в дальнейшем. И вот на сегодня конец. Time cannot permit. So today I like to stop. So actually you should remember the kripa of И мы должны помнить милость Шрилы Прабхупады, Кешава Махараджа, Шридхара Махараджа. Не должны спорить с ними. А вначале мы должны найти гармонию, мы должны приблизиться к чистым гуру вайшнавам, которые покажут нам гармонию и решат все наши проблемы. Парамхамсаварам параматхападим патито даранекто вешаджатим джатираджаганай паришавшебба падам панамами сада прабхупаду падам панамами сада прабхупаду падам панамами сада прабхупаду падам. This sloka I can explain also next day. Ванча калпадурасике пасинд бевача патитанан павана бхавишне бхио намо.